Всем привет, сейчас затестим новый дамаг Вендетты. Я не то, что прям супер четко буду ее тестить, просто так, поверхностно. Ну, в принципе, плюс десятая пуха будет, все как более-менее надо, как говорится. А, еще кое-что. Кто-то спиздил, вот она спиздила. И сейф. Так, вроде как все как надо. Пэт, атрибуты нет, атрибуты никак надо. Ставим ей лишний, ей проник вообще не нужен, по сути. А, у нее упали бафы, ну, ультимейт есть. В принципе, сойдет, наверное, с пивом. У меня говняный браслет на второй руке, но я думаю, плюс восьмой нормально. Ну, для тестов ПВЕ хотя бы. Итак, поехали. Мне кажется, вот эта связка будет хороша, если юзать для этого. Для Зиза у него же вроде слабая защита от огня. Ой, надо было своего вспомогателя взять. Так сказать, для бафа. Ладно, ничего. Как-нибудь справимся, наверное. Силы мало, 205 сил всего. Чем то сексикаго, тандангаге. Ну давайте. Щучу. Вот тогда вот. 77к. Дамага. Ой, ну это трэш, это трэш. Даже с бафом будет говно. Я уже вижу. И еще и КД лонг. КД просто невероятно долго. Меня сейчас попустят просто какой-то лошок. Я даже дальше делать не буду. Ну типа, я не справлюсь. 35. На. Ладно, давайте сразу на даме. Может, что-то интересное произойдет. Нихуя. У меня сейчас попустят просто, да, под фаером. Вот такой тест.